В дальнейшем мы знаем, в общем-то, список всех тех, кто понесет олимпийский огонь, но пока по этапам они не распределены. Все 12 человек нам известны. Это Сундукова Ольга, это Ледянкин Максим, это Тутуров Андрей, Гашкалева Ольга, Стулов Никита, Лавров Александр, Скрабов Владимир, Шибаев Николай, Козлов Игорь, Мамонтов Михаил и Моторин Юрий.